Жители Коксузского района Алматинской области с размахом встретили День столицы. На главной площади райцентра Балпык-Би развернулась театральная постановка, посвященная Астане. Не обошлось и без зажигательных танцев и песен. В ходе праздника некоторым жителям Коксузского района присвоили звание почетных граждан. Мы все гордимся тем, что живем в такой замечательной стране. Этот праздник, День Астаны, яркое свидетельство сплоченности нашего народа. Ведь благодаря этому наша столица стала жемчужиной евразийского континента. Всех с праздником и бесконечного процветания Казахстану. Мы хотя и ветераны спорта, но защищаем честь страны на международных соревнованиях. Свою золотую медаль, которую я завоевал на чемпионате Азии по армрестлингу, я посвящаю этой знаменательной дате.